Итак, уважаемые друзья, выкапываем сосну однолетнюю. Сосна крымская. Эта однолетка, она очень живучая. Сосну вообще желательно сажать в однолетнем возрасте. Тогда она приживется точно. Ну вот какой корень длинный. Можно сюда. Видите? Сама она 10 сантиметров, а корень у ней. Но при посадке его можно свернуть, не проблема, там посадить. То есть. Вот выкопали 200 штучек. Пойдут на посылку. Сейчас все это упакуется. Корневая, видите сами, какая у нее однолетка. Идет на нашем сайте. Ссылка в описании. Сосна крымская сейчас очень хорошая. Растение, кто знает, то может сожрать. Вот такими пучками отправляется по 200 штук, по 250. То есть, опять же, заказывайте на нашем сайте, смотрите. Там всю информацию по отправке, по оплате. Очень хороший сеянец. Я считаю, что сейчас самое время его сажать. И по контейнерам можете, и в грунт сразу. Единственное, надо вот сделать притенение, вот такой теневичок, и рассадить его, естественно, ну, не так плотно, как у нас засеяно, а рассадить там в 2-3 сантиметрах, и будет все нормально, будет растение у вас. Покажи. Вот такой теневик, вот сосна, то есть это от мороза, еще там от снега гидроизоляция, она накроется, когда уже будет мороз установить, и до весны она будет тут. Мы будем отправлять, пока земля не встанет, поэтому заказывайте. Не пожалеете. Вот один сеянец. Один сеянец у нас сам идет он. Получается 10 сантиметров. Корневая не меньше. Ну где-то и больше. Тоже не будем задерживать ее. Заветривать корни. Пучок 200 штук тут. А в описании и ссылка на нашем сайте на этот товар. Отправляться будет, пока у нас земля не встанет, то есть не замерзнет. А потом будет прием заказов на весну, если ее всю не разберут, конечно. Еще раз покажу. Сеянец очень хороший. Это сосна крымская. С большой иголкой. Красиво растущая. Можно формировать ее. Можно так посадить. На этом все. Всего доброго. С вами был Евгений Филимонов. И питомник Лунный Двой. Удачи.